Катя, прости, пожалуйста, что с китайцем так получилось. Я не думал, что... Это не с китайцем так получилось. С тобой так получилось. Потому что ты врешь все время. Че я вру? Я просто молчу. И меня заставляешь молчать. Только выглядит, будто я вру. Был неправ, что втянул тебя в это. Теперь я сам прослежу за китайцем. Я уверен, что он соберется бежать. Катя, я просто подумал, что он тебе поверит. Он никому здесь не верит. И правильно делает. Ну что, девчонки, вернемся поздно? Я и захотите там разогреть семечку. На тусу собрались. И долго не засиживайтесь. Кать. Кать, говорю, долго не засиживайтесь. Хорошо, папа. Вадим. Да. Ты бы сводила его в магазин поприличней, а то одевается, как лошара. Чё? Кать! Дура конченая! Ну что ты делаешь, а? Пап. Что у тебя за желание все разрушить? Да ты не понимаешь, просто все не так, как на самом деле. Чё, заткнись. Как думаешь, он поверил бы мне, если бы я рассказала? Не знаешь? Это я не знаю. Тихо, тихо. Они же взрослые. У них все черное либо белое. Да? Говорят, собаки тоже черно-белое видят. А я думаю, что это не так. Я думаю, собаки видят сердцем. Правильно? А сердце все цвета распознает. Да? Ну, 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 ну. Держи. Все, давай, не шали. Не густо, зато пища. А я пока без добычи. Ну, ничего. Не идет зверь в капкан. Чует. Ловушки поставил, посмотрим. Всему свое время. И ловушка сработает. ช่วยผมแปลหน่อยใช่ทุกคนช่วยผมทำอาหารให้พวกคุณได้นะ Он предлагает приготовить нам еду. Правда? Ну пусть он со своими услугами остается здесь. На. Вот это.
Дорогая, я все нашел. Пошли, пошли. Целый сундук. Большой и очень тяжелый. И еле дотащил. Где же он? Я оставил его. Там. В пещере. Я решил сходить за тобой. В такой момент ты должна быть рядом. Мы будем много путешествовать, как старики в Европе. Ты рада? Ты сможешь позволить себе все, что угодно, если захочешь. Чай. Теперь ты богат. Поздравляем. Идем! Сейчас бы пельмени и водки стакан. Ну что, пойдем? Пойдем, что ли? Хочешь, пойдем? Хочешь, пойдем? Чего? Я не пойду. Тарелки давай. Пап! Нет аппетита. Не крутись, пожалуйста. Тарелок-то всего 12, а нас 14 ртов. Ну и к чему вы это? А к тому, что Савелий Тимофеевич со своей подругой могли бы пообедать и попозже. Тогда всем хватит. Ну мы же договорились, Альберт Николаевич. Так я из чисто арифметических соображений. А я вот из гуманных соображений считаю, что эта парочка может пообедать отдельно. Мы на острове один коллектив. И обедать они будут вместе со всеми. Вот это правильная позиция. Жалеть мне не надо. Я же не инвалид. Я справлюсь. Вкусно. О! Смотрите, вернулся. Нашел своего хозяина. Ой, пугает. Паша, видишь? Алло. Что случилось? Отец. Что случилось? Отвечай. Что случилось?
Во! Здорово! Бурные аплодисменты! Ты знаешь, в таких случаях или ленточку режут, или шампанское пьют. Да? Угу. Ну, перережьте Ляну. Кто жить будет? Да ладно. Лида. Пусть с Пашкой живут. Лида! А? Подойди-ка на минуточку. Чего? Чего? Вот. Хижину для вас с Пашей построили. Вселяйтесь, живите. Меньше его искать будешь. Не умею я красиво говорить, но, в общем, это ключ или замок. Называйте, как хотите, это вам. А что вы скажете по поводу стаканчика виски за ужин? Ну, здесь же Паша. Не надо. Я теперь о нем помню каждую секунду. Я имею в виду, что не надо при нем пить. При нем можно делать все, что угодно, включая то, о чем вы сейчас подумали. У вас дети есть? Вы же знаете, у меня никого нет. Пожалуйста. Вам крупно повезло. Доел? Нет, 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 он еще кушает. Кушает? Слово-то какое, а? Не ест, не жрет, не хавает, кушает. Да, просто прелесть. Лидия Алексеевна. Лидочка. Если узнает, ей абсолютно все равно. Я не умею. Подожди, это, что значит ты не умеешь? Слушай, ты девственница, что ли? Я вас люблю. Повтори, что ты сказала. Я вас люблю.
давно люблю. Вы мой кумир с детства. Господи, я тебе по-человечески предлагал. Ты отказалась? Да какого хрена сейчас меня будить, а? Девочка моя хорошая. Давай без мелодрам. Давай не будем так провинциально. Простите меня. Простите. Любишь. Понимаю. Займись, пожалуйста, Пашей. Удели ему побольше внимания. Я ему занимаюсь. Доктор сказал, что у него это из-за сексуальной травмы. А ты ему нравишься. Он тебя слышит. Я вас не понимаю. Девочка моя, постарайся сделать из него мужчину. Нет. А говорила, что твой папа велел. Встала и вышла. И как давно продолжается это гадство? Недавно. Недавно. Слышал? Ну, а что, собственно, такое? Помнишь, что сказал профессор? Если у Паши будет здоровый секс, то и во всем остальном он тоже станет нормальным. Правда, сынок? Ты с ума сошел, идиот! Да у него припадок. Паша, Пашенька, не надо! Павел! Павел! Паша! Паша, успокойся! Паша, я тебя...
тебя прошу, Паша, Пашенька, я тебя очень прошу, успокойся, я тебя очень прошу, все нормально, все, успокойся, все. Паш, ты меня прости, пожалуйста, за то, что я так себя вела. Простишь? Хорошо, что ты ничего не понял. Если бы я узнала, что ты понимаешь, я бы с ума сошла. Знаешь, у меня был выпускной, и там мой одноклассник Игорь. В общем, мы пошли с ним в спортзал. Ну и, понимаешь, потом включился свет, и я увидела, что в зале полно народу. Они все видели. Меня. В общем, я... Это был розыгрыш. Такой был розыгрыш. Спасибо. Но мы... Нам не надо. А что произошло-то? Да ничего. Вот хижину построили. Лиде с Пашкой предложили жить. Отказалась. Живи ты с Катей. Держи ключ. А? Ну, он Андрею отдайте. Жуков, они что, сговорились, что ли? Мо, вот тебе. Ходить будешь. Понимаешь? Андрей! Ходить будешь. Ау! У Ленина в разливе шалаш был! А мы с Жуком хижину построили для вас с Елизаветой. Вселяйтесь. А Ленин тут при чем? Ленин, может, и ни при чем, но хижина-то пригодится. Вот ключ! Катя, Кать! Да, па? Ты как, с нами? Нет, я не пойду. А, чего так? Надеюсь, китайцы отпустить. Да, девочка? Ни на что я не надеюсь, просто не хочу. Ну и хорошо. Экспедиция – дело добровольное. И Пашу можете оставить, только не волнуйтесь. Дело добровольное. Thank you.
Свободен. Распишись в документах. Невиновен? Не покидать город до моего распоряжения. На каком основании? По закону. Дело в отношении вас еще не закрыто. По закону вы должны хотя бы извиниться передо мной, господин офицер. Я перед преступниками не извиняюсь. Катя что-то напутала. Здесь не должно быть скал. 1386. Да. Запиши. Ну, тогда получается, нужно заново пересчитать вон до тех зарослей. Ага. 119, 120, 121, 122, 123. 123! Вадим!
Я испугалась. Что-то случилось? Не, ничего. Правда? Ошибка вышла в расчет. Нужно переделывать карту. Ты расстроился? Ну, конечно, расстроился. Придется в Унгал возвращаться. И что? Не будем считать поцелуи? Да будем, будем. Конечно, будем. Пошли. Голову. Не дергайся. Выходи. Эй. Давай. Пошел. Быстрее. Живей, давай. Все шаги считаете? А? Я говорю, шаги считаете? Не буду мешать. Василий? Ну вот, окончательно переедем, ну, тогда и на Василия. Через Архангельск летим. Всех выгнали из самолета, 2 часа на морозе простояли. А? Нина, все в порядке? Да, все в порядке, все живы, все здоровы. А что-то ты какая-то не такая. Да нет, ничего. Просто пропал мой золотой браслет, а больше ничего. В смысле пропал? Ну, поищи, он найдется где-нибудь. Ну, Вадим, это не сережка и не колечко, которое может куда-то закатиться. Я прекрасно помню, как положила его в шкатулку. А теперь его там нет. Нин. Ну, я же говорил, что он найдется. Сахарница. Ну, что, всякое бывает. Я вон пепельницу в холодильнике забывал. Прежде ничего похожего не происходило. Нин, ты что хочешь этим сказать? Ничего. Только то, что сказала.
Ну что вы мокнете? Идите в бунгало. Ладно. Решили весь остров застроить. Ну, что делать? Не с ума же сходить. Не знаю. Лично я подыскал бы себе новую жену. Я сам разберусь, хорошо? Закрепи. Да, жена, конечно, нужна. А то их хоронить будет некому. Это еще что такое? Почему не да в школе? Уроки последние отменили. Ага. Вадик, привет. А какие уроки? Да географию и биологию. Привет. Ну, никуда не бегу. Вадик. А ты не заболел? Нет, не заболел. Просто там какое-то собрание. Все увели. Ни денег, ни драгоценностей. Подожди, давай сейчас успокоимся. Не, ну может лучше пока не трогать ничего, а? Что ты стоишь? В милицию звони. Ма, да ты чё? Чем менты тебе помогут? А где твоя дочь? Ну, блин, на занятиях. Нина. Что, Нина? Ты сейчас вообще о чем подумала? Тебя что так сключило-то? Че? Неважно, себя чувствую. О! Доктор! Да. Доктор! Да. На выход, похоже, ваш клиент. Кто? Вадим, что ли? Ну что я говорил? Развязали китайцу руку? Вот вам результат. Савелий Тимофеевич, а вы думаете, это китаец сделал? А да? Кто? Кто? Конечно. А что, вы на что жалуетесь? Ты ни на что не жалуешь, просто. Лихорадит как-то перед глазами сейчас плывет. О, как у меня было, помнишь? Ну вот, пожалуйста. Еще один больной. А может и труп. Труп? Замолчите его уже. Не дай бог, конечно. Пап, язык, тебе плохо? Что с ним? Да ничего, ничего. Да ни при чем здесь китаец. Он же до меня не дотрагивался, и я к нему и не подходил даже близко. Наверное, тебя, вас продуло около океана. Скорее всего. Я не вижу никаких отклонений. Если хотите, можем пойти в бунгало, я посмотрю вас подробнее. Не хватало перезаражать всех. Дико, конечно, неудобно. Может, мне пока в вашей как-то перекантоваться недолго. Немного отосплюсь там, что-то отлежусь. Да без проблем. Что случилось? Ну, ты же сам понимаешь, что я тебе верю, да? Просто мне нужно тебе задать этот вопрос. Ты где сегодня была с 3 до 4? А? Ну, на этих, на занятиях, да? Нет, я опоздала и решила не ходить сегодня. Ну, хорошо. А что, что делала? Я гуляла, в парк ходила. Мило. Подожди, нет. Пап,
Ты же не думаешь, что это я сделала? Может, и не ты, но только больше некому.